Здравствуйте. Сегодня я вам хочу книгу прочесть, которая называется книга называется «Шантарам». Ну что, поехали. Добывая средства приступления был занят, но горло было. Не, давайте знаете, давайте я вам расскажу. Что я сегодня делала? Я сегодня встала часов в 11. Вот. Как говорится, позавтракала, накрасилась. И мы поехали сегодня к матери. Вот. Вообще мне ехать, ну, поехать туда. Вот. Какие вы дела? Сейчас вот книгу читаю, называется «Шантарам» читаю. Вот такие дела. Вот. Нам еще кровать привезли. Да вот она там стоит в спальне. Вот. Такой матрас будет у нас. Вот. Ну, давайте я вам несколько почитаю, вам немножечко книгу. Вот, сейчас. Добывая себе средств, преступление был занят, но город и благодаря этому не основном удалось скрыть свои чувства в собственном сердце. Годы со дней после того вчера макабра, все же плюс быстро в течение недели парит, подыскал себе помещение до мастерской двухэтажных мечеть Хатыза Али, где перехоронился отделение бомбейских муниципалитетов. Муниципалитет переехал в новый современное более просторное здание, поставил на портал среди полки шкафы, хранит вместе хранилось для нас мастерской под руководством. Цель бригады, работа наводила помещение чистоту и порядок, не передвигаясь небо через для нашего оборудования. А как-то поздним вечером мы погрузились на станги, и моторовые слова на скрытый грузовик привезли под погрузительство темноты и новое место. Когда нас снова остановился в одной двери, главного входа. Улица была необычно пустыня. В долине слышались звон колоколов и зрелась пожарные тревоги. Похоже, где-то в борцов. Пожар заметился, сам же стоя, открылся. Этот парень отвлекается, объяснил этот Салман. Мы присели в пожар, тут лег людей, поэтому здесь такая красота. Вязали грузить на пожар. А позвольте мне думать и конкретными компаниями я создаю. Теперь нас агентство под 200 метров прочное место в городе. Вот такая книга. Все пока. Всем до свидания. Все пока. Иду в новый блог. Пока.